Хаджалы 613 – произведение, которое рассказывает о мирных азербайджанцах, ставших жертвами геноцида. 26 лет назад вооруженные силы Армении показали истинное лицо и значение слова «этническая чистка». Несмотря на то, что прошло более четверти века, за преступления против человечности никто не ответил. «Ходжалы 613» я считаю самым подходящим названием для этого произведения, так как «Ходжалы» — это название города, где произошла трагедия, а 613 — количество ее жертв. Каждый раз, когда я посещал Азербайджан и слышал о «Ходжалы», задавался вопросом, а что я могу сделать? Знал, что в Европе о ходжалинских событиях знают очень мало, и поэтому хотел внести какой-то свой вклад в распространение правды. Тогда и решил, что лучшим способом для этого является музыка. На вечере памяти жертв геноцида Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли руководил дирижер Фуад Ибрагимов. В 9-летнем возрасте он вместе с другими азербайджанцами был вынужден покинуть родную Шушу, захваченную армянскими сепаратистами. Исполнять произведение на этом вечере для него особенно важно. Эта музыка невероятно передает все абсолютно случаи, которые там произошли. Особенно вот в музыке слышно танки, оружие, стрельба, крик людей, кларнетовое соло – это плач людей, скрипка душераздирающая. Вот все он здорово передал в музыке, и я более чем уверен, что все абсолютно смогли это прочувствовать сегодня вечером. Симфоническая поэма «Ходжалы 613» – это синтез западной классической музыки и азербайджанской народной музыки. В нее включены народные песни Азербайджана «Лачин» и «Сары Гялин». Главная цель поэмы – призыв к миру. Эта музыка призвана предотвратить подобные трагедии в будущем. Мы все сами знаем правду, но для нас важно, чтобы эту правду узнали другие народы. Другие, чтобы все люди об этом знали. Это страшная трагедия 20 века, это геноцид, это уничтожение мирных людей, которые только и хотели жить и ничего. Они никого не убивали, у них не было оружия, а на них напали. Музыка прозвучала очень глубокая. И если отметить произведение «Ходжалы 613», это произведение, в нем собрано все, и грусть, и боль, и тоска, и печаль. Кроме того, на вечере были исполнены произведения таких азербайджанских композиторов, как Фикрят Амиров, Кара Караев, Асяф Зейналы. В фойе центре имени Гейдара Алиева расположилась фотовыставка, отражающая реальную картину трагических событий февраля 1992 года. Фарида Ашалва, Фируз Рагимов, CBC.